Я в 99 году был принят на работу в Санкт-Петербургский филиал МНТК микрохирургия глаза, а в 2000 году Святослава Николаевича уже не стало. Но я его увидел один раз в жизни. Он приехал к нам в филиал. Ну, я тогда такой был юный, молодой, очень такой там стремящийся к освоению витриоретинальной хирургии. И тогда я помню, просто случайно в коридоре как бы столкнулся со Святославом Николаевичем. Он меня так остановил, говорит: а ты кто такой? Я говорю: я вот доктор, недавно меня тут на работу приняли. Он, и я помню, вот у него такая рука такая большая, он мне так протянул, говорит: а чем ты собираешься заниматься? Я говорю: витриоретинальной хирургией. Он говорит: ну, это серьезное дело. И вот я запомнил вот это его рукопожатие. Ну, от этого человека просто шла какая-то невероятная энергия. И вот, видимо, ну, какая-то часть, она прямо кожей ощущалась. Ну, то есть настолько вот большой как бы человек, что это просто вот одно это рукопожатие, я помню его вот на всю остальную жизнь. Очень большие впечатления.